просто. Умничка, красавец. Все, люблю, целую, Лос-Анджелесу, привет. Да. У меня наше занятие, вот я тебе честно скажу, это как медитация, так это перезагружает. Вот медитация даже, наверное, не так, как вот занятие с тобой. У меня вообще перезагружается все в голове, это супер. Мне очень нравится, классно. Я рада. Я реально жду нашего занятия, у меня настроение уже перед занятием поднимается, что мы будем с тобой заниматься, это очень классно. Ну, с тобой тоже легко, приятно, поэтому я тоже как бы не напрягаюсь, все делаю, все хорошо, и просто вижу результат. Но ты выкладываешься, ты знаешь, что ты, ну, вот есть как бы учителя, которые это делают для галочки. Ну, просто, знаешь, там, ну, у тебя чувствуется, что ты, ну, ты это хочешь донести, ты хочешь научить, ты переживаешь за процесс, вот, как бы, ну, душу в это вкладываешь. Это тоже, ну, здорово. Это меня больше мотивирует, знаешь, на то, чтобы тоже как бы вложить, не просто так записать, или, ну, потому что я реально с этими видео там себя, это, не знаю, полдня точно истекала. Вот, но все равно, знаешь, вот, все равно, пока ты себя вот реально не изнасилуешь, результата не будет. И я сейчас вот еще понимаю, что еще чуть-чуть я не доработала, еще надо было чуть-чуть себя это... Изнасиловать. Да. Ой, хорошие слова, просто многие же люди это так тоже, ну, как бы ленится делать, а ты большая молодец, ну, поэтому ты добиваешься тех результатов, какие у тебя есть, молодец, что я могу сказать, вот, я не буду ничего говорить, вот, я не буду ничего говорить. Я тебе сайт обязательно, Лара, я не забыла, я тебе сделаю, ну, сброшу все, что, может быть, там еще даже не один, посмотрим. Хорошо. Ладно, все. Давай, пока-пока. Хорошего дня. А мне доброй ночи. Да, спокойной ночи, Лар, давай. Ну, пока.